привет. Доброе утречко. Дети, привет, помашите. Изабелька, помаши ручкой. Привет. Мы сейчас запаковываемся. Вот это все у нас продукты. Чемоданы. Эти уже запакованы были. Сейчас будем распаковывать, потому что продукты надо в 3 чемодана ложить. Вот. Дальше. Там вещи, там вещи. Там еще на диване вещи. Не знаю, как это все влезет, но нам как-то надо это все затолкать. Сейчас быстренько хотим вам показать. Пришла Саше посылка, как мы и рассчитывали. Сейчас он будет открывать. Пришла ему карточка уже. Вот с письмом приклеенное было. Вот, да. Не показывай счет. Разница. Что там? Это, пришла карточка в 32 гигабайта. Такая вот. Стоила она 13 чем-то, да? 13,49. Ну. Это Samsung. Вот. Сейчас Саша откроет. Не знаю, что здесь. Не знаю, что там, потому что много чего заказывали. Я тоже не знаю. Надеемся, что придет в одном из этих камер. Это гений пришел. Гений? Да. А, это Саша гений пришел. Для тренировок. И вот он еще подарок. Вот такого. Это шоколадка. Это не шоколадка, это порошок пить. Вот такой вот. Он стоил 13 евро. Это на пробу взял. Взял на пробу, да, попробовать. Здесь, по-моему, ровно килограмм, да? Тут ровно килограмм. А вот эта камера уже пришла. Прям как Саша, он только вчера говорил, было бы хорошо, если забыли ехать и снимать. На, посмотри, посмотри. А можно мне? Вот такая камера. Мам, я хочу тоже посмотреть. А дали мы за нее 36 евро. Такая вот. Мам, я хочу тоже. Сейчас Сашенька будет ее распаковывать. Вот тут получается все, да, можно? Давай, ну, как описывать под водой в любых условиях. О, это хорошо. Там столько всего прибамбасов, да, к ней куча? О, ремешки. И эти на липучках, если ее лепить, тоже можно. И на арку, наверное, да, тоже можно? Скорее всего. А вот этот противоударник, я так понимаю. Скорее всего. Может, против воды. От воды защищает. Такой комплект. Мама, Изабель хочет все. А вон еще, смотри, документы к ней, да? Ну, смотрите, еще документы приклеены. Это описание. Да. Но разные крепления, да? Ой, куча их тут, да? Ну, конечно, они для разного соединяются всякие. Да, я забыла, да. Еще разобраться. Смотри, здесь это с разворотом со всяким. Но. Так, это тоже на камере. Вот она. Чтобы ее прикручивать, вставлять. Да, ну. Большой у меня, мам. И еще. Тоже как бы. Еще классные, да? Классно. Это разобраться теперь все. Тебе надо сейчас смотри, это... защелку и пристегиваться. Если разобраться, куда в этот подсоединить ее. Машину тебе, да? Вот именно что. Креплений много, как это все. Это велосипед прикручивается на ручку. Но... Я так понимаю, скорее всего. Протирает, да? Но... Еще вот этих много. Ну вот посмотришь. Даже этот есть. Но это я понял. Это какое-то одно из этих креплений на них садит. А это что такое? Это я не знаю, тросик какой-то. Эти надо. Это с наклейки, что если что-то приклеиваешь к чему-то, я так понял. Двойной скотч. Видишь, с дырками. Что вот это, допустим, приклеилось. Вот, непосредственно, смотри, она уже закрыта. Она запасная. Она противоэта, да, наверное? Ну, противоударная. Против воды, да, наверное?
Ну да, здесь все под водой снимать можно. Все. А, вот оно защелкивается крепление. Угу. Прикольно. Только да? Я не вижу. Там была еще, по идее, присоска была нарисована, которая к стеклу можно крепить. Но ее нет, значит, будем по-другому что-то думать, как-то выдумывать. Значит, ну, а под... Да я уже буду сам думать, но не сегодня, скорее всего. Так, хорошо. Теперь, а, вот оно. Открываться должна. Так получается, да? Это складывается. Потому что как сюда добираем, а, вот. Это порошок. Вот, открываешь ее. И вот она вот такая. Она такая маленькая. Мини-камера. Она кажется огромная, да, такая? Можно и так снимать, но... А, вот эти надо оторвать все. Но... Изабель. Это порошок, папин порошок. Это не шоколад. Нет, это не шоколад. Сейчас карточку вставлю, в нее же на зарядку надо поставить. Да, вот ты проверишь, кто это. Так, ну вот, уже чемоданы наши собраны. Сегодня я буду работать в качестве Геракла. Три чемодана, две ручные клади, рюкзачок понесет Климушка, наверное, а тот черный пакетик, там он совсем легкий, там, наверное, понесет его Ермачок. Ну, а чемоданы придется толкать как-нибудь мне по одному и ручные клади. Ну, думаю, сначала вытолкаю один чемодан, две ручные клади вынесу, а потом вернусь за двумя еще остальными. Да, вот так будет лучше. Сашенька, мне свет включила, то я в темноте снимаю. Еще... Саше прям повезло. Сегодня пришли его перчатки. Все, прям заказ. Все, что он заказывал, все за раз ему пришло. Вот реклама. Показывай перчатки какие. Вот такие вот перчатки для штанги. Классные. Mm-hmm. Сколько они стоили? Глянь. Там впереди написано. Обошлись 5,99. 5,99 эти перчатки. Ну, я дешевый, не хотел дорогие всякие. Все равно такая разница. Убил, не жалко. Но... Ладно, будем потихонечку собираться. Время уже 35 минут второго. Без 10:03 будем выезжать. Угу. Так что будем собираться. Всем привет-привет. Еще раз, Сашенька. Климушка, Денис. Ермачок Изабель у нас спит. Я сейчас снимаю с палки, чтобы Саше не мешать смотреть за дорогой. Наверное, шумно, я не знаю, слышно вам или не слышно. Едем в аэропорт. Поснимаю вам немножко дорогу сейчас. Приехали. Хоть заснять чуть-чуть снаружи наш терминал. Оно будет. А он неплохо. Ну все, мы уже в аэропорту. Что, наконец добрались? Наконец-то мы добрались, да, Сашенька? Через весь город, да, по-другому. Привет. Привет. Денис? Изабель? Привет! Привет!
Маленькая, она еще не знает, да? Мама, ну вот, идем. Тихонечко продвигаемся. Изабелька рядышком. Да, Изабель? Изабель! Что ты, Лимочек, ешь? Ты готов лететь? Да. А ты уже спал? И я. Тоже готов? Изабель только у нас, она спать. Да, Изабель? Да. Че у тебя кукла раздета, Изабель? Все. Да? Назад? Да. Все, мутор уже там ушла. Где-то. Вон она. А Изабель с дизайчиком сидит в машине. Стоять, ручку давай, Изабель. Куда поперла? Ну вот у тебя, Изабель, там везде сидят. Ну? Залазь. Гусики. Видео. Забей. Гусинка. Забей. Кто это? Зайчик тут с тобой, Забей. Бабуська. Смотри, как маленький. Вот и наш самолет приближается. У меня не будет страшно. Не будет страшно? 5 часов скоро полетим. Лететь. Да, 5 часов. Почему не 2? Надо мой. Ну, твой понесешь сейчас. Yes. Наш самолетик. Мы пошли. Все ближе и ближе и ближе. Мы пошли. Экспо 2017. Мы пошли. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good, creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come. All those things I shouldn't do but you dance. Now